Приветствую, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам историю от армейского бариста. Ну, то есть он обычный бариста в обычной жизни, но встретил я его в армии. Я очень удивлен, потому что как-то так странно получилось, что, ну, бариста тоже люди, они тоже служат, но я как-то не встречал. А тут попался мне парень, хотя удивительно видеть, конечно, там, татуированную руку не с холдером, да, от кофеварки, а с автоматом, но тем не менее. Вот. Хорош паренек, интересную рассказал историю из своей гражданской жизни, хочу с вами ей поделиться. Значит, бариста, и, кстати, дать один совет, хороший совет, вот я просто подумал, что это может кому-то пригодиться. Ну, естественно, каждый бариста работает с кофеваркой и с кофемолкой. В кофемолке, как мы знаем, всегда есть кофейные зерна. Вот он говорит, я что сделал, и что делал всегда? Я на работе всегда брал небольшую жменьку кофейных зерен, вешал их в такой, заматывал в такой как бы марлевый пакетик, ну или марлевый, или какой-то, ну прозрачный, ну чтобы не полиэтиленовый, чтобы не плотный был. И вешал в машине вместо ароматизатора. То есть отличное решение. Такие, знаете, даже продаются специальные. Но он не покупал его. Но вместо того, чтобы вешать какую-то вонючку там на АЗС купленную, да, он просто брал кофейные зерна. Вот поскольку у него еще к ним доступ есть, тем более не проблема. То есть шикарное решение, я считаю, и вам рекомендую так делать, если интересно. Во всяком случае, очень быстро, своими руками, и еще раз, натуральный кофе, ну, этот аромат, он же в небольшом количестве, он не будет там сильно уж давлеть. Вот. И не забывайте, кофе очень гигроскопичен. Он очень хорошо впитывает воздух, вот возле воды нельзя ставить, он воду впитывает. Вот. Но тем не менее, он впитывает вот все ароматы. И поэтому в машине, в салоне он забирает всю гадость на себя и отдает вам вот этот прекрасный аромат кофейных зерен. Так что решение шикарное, можете пользоваться. Вот. Единственное, обращайте внимание на цвет обжарки зерен. Вот в этом случае я бы, наверное, рекомендовал темную обжарку, потому что он более зажаренный и, соответственно, больше будет запах, потому что от обжарки запахи сильнее. А светлый кофе люди иногда думают, мне там говорят, ой, вы там на плантации кофейной, там, наверное, такие ароматы. Да не, ребята, там нету ароматов, поверьте. Сельскохозяйственный кофе, как сельскохозяйственный продукт, вот в ягоде, это просто обычное, ну, как помидоры, огурцы, еще чего-то. У него такой, ну, как сказать, природный аромат, вкус. То есть он вкусным становится по-настоящему знакомым нам, когда его обжаривают, зерна достали, обжарили. А в ягоде, не-не-не, там совсем другое на полях. Вот. Ну, короче, классная вещь, то есть пользуйтесь, если вдруг будет интересно. И вот этот парень, ну, короче, говорю, что-то я стал частить с этой фразой, ну, короче, надо подвязывать, хотя помогает концентрировать речь. Ну, короче, и вот он говорит, я все время вожу вот эту жменьку, вожу в машине, то есть повесила она, там, повисела у меня, там, 4-5 дней, недельку. Я, говорит, приезжаю на работу, благо пользуюсь служебным положением, вот, выдавать заведение, в котором он работает, не буду, чтобы не спалить парня, вот. Он приезжает в заведение, берет эту жменьку и забрасывает обратно. Вернее, сначала забрасывал обратно, а из кофемолки брал свежую. И таким образом все время у него в машине был свежий аромат кофе. То есть прекрасное решение в целом, ну а для злоупотребляющего своим положением бариста тем более. А потом он говорит, а вы должны знать, что бариста, официанты, бармены, люди, ну не всегда, но очень часто мстительные. Поэтому эти рассказы насчет того, что там плюнуть кому-то в чашку и так далее, я признаюсь, в кофейном мире их не слышал. Все-таки у нас такая большая романтика. Но вообще там про поваров, которые на кухне что-то могут исполнить, злому клиенту недовольному, слышал много разного. Я думаю, и вы тоже. Вот. И этот парень говорит, у меня шеф был не очень, честно скажу. Такой, говорит, все время жвандел, что-то рассказывал. Такой, говорит, он не то чтобы злой, а он нудный. Он все время на негативе, все время что-то раз это самое. Я, говорит, что делал. А он приходит, говорит, хозяин приходит утром в заведение, и мы ему сразу делаем чашку кофе. Этот чувак говорит, я, боже, тайны рассказываю людей. Он говорит, я, как только этот, вот, меняю такую порцию старого кофе, я, говорит, ее никогда не бросал к тому кофе, а я все время этому чуваку готовил именно из этих зерен. Типа, они уже высохли, ну, уже не пахнут, просрочены, ну, короче, похуже. Не плевал, естественно, слава богу, ничего плохого не делал, но, тем не менее, все равно вот таким вот образом, как бы зерна, ах ты так, на тебе, похуже зерно. Потому что у нас зерно, это, конечно, эстетика, все говорят, вот, красивое, ароматное кофейное зерно. Вот такая небольшая история, вот так хлопец выкручивался, дурковал немножко, скажем, но, тем не менее. Вот, я больше, может быть, хотел сказать, что я рад был видеть такого человека в армии. Вот, вернее, я в армии никого не рад видеть, ну, с точки зрения того, что лучше бы мы на гражданке все были, но, тем не менее, раз уж так, со своими как-то интереснее, проще. Ну и какой-то
импульс из той жизни, потому что все разделилось, честно говоря. Вот в увольнение идешь, смотришь, вот странные ощущения. Не хочу ничего говорить на эту тему, но тем не менее. Другое восприятие, оно меняется, к сожалению. И, к сожалению, ничего еще не закончилось. Но ничего, закончится, и все будет хорошо. Будем пить кофе не армейский, а в мирной жизни. Слава Украине!